очень простая. В составе каждой команды двое мужчин, двое женщин. И по две попытки то же самое. По сумме выявляются победители. Чуть потеплее. Ну, примерно так же. Видите, 13 градусов тепла. Специфика. Ну, а сейчас вот это панорамы. Кадры города Чайковского. Здесь на окраине города буквально находится вот этот горнолыжный и прыжковый центр. Да, здесь. Поэтому сейчас там уже час дня и... Женский этап, который был перенесен из Казахстана, вот сегодня утром состоялся. Но мужчины вот в составе, видите, команды, вот Италия, сестры Мальсинер, Чиконы Брезадола, чехи, словенцы, норвежцы, тут стрём, ну... По составам мы видим с вами прекрасно, друзья. Еще раз 10-10, и это будет первая попытка, ну и потом попытка вторая. Так, стартовый ворот. Летний гран-при по прыжкам с трамплина. Очередной этап. Россия, город Чайковский. Ну, не самый далекий прыжок, не самое лучшее начало соревнований. Но от румынов, наверное, пока действительно, давайте прямо говорить, ожидать, говоря, вот что-то такого серьезного, пока румыны еще не добились. Ну, впрочем, как и команда США, потому что сейчас у нас следующая как раз представительница США, Нина Люси. Вот она у вас на экранах. Ну, давно уже, конечно, не юниорка, уже 27 лет этой спортсменке. Опыт у нее, конечно, есть. Но, как я уже сказал, что американцы, ну, можно так сказать, недавно так плотно взялись за развитие этого вида спорта. В общем-то, в отличие от других зимних на олимпиадах, многие страны, конечно, стараются избавиться от слабых своих мест. Ну, я имею в виду подтянуться в тех видах спорта, которые до сих пор отставали. Но вот американцы как раз на таком пути, можно сказать. Ну, а вот китайцы, тут вообще другая история. И история понятная, да, друзья? Ведь через полгода олимпиада в Китае. И тут уже ясно, что вот это последнее четырехлетие было посвящено очень серьезно тоже у китайцев подтягиванию во всех дисциплинах. А прыжки у них тоже были отстающей дисциплиной. И прогресс есть у китайцев. Но опять же, это дело времени, если серьезный подход, сами понимаете. А Олимпийские игры — это, конечно, такое мероприятие, которое, как правило, дает неимоверный, конечно, толчок прогрессу. Я, кстати, вот этот олимпийский пример приводил вчера, если помните. У нас девушки в сборной команде по прыжкам появились из Сочи, да, друзья? Ну, кто раньше мог предположить, чтобы зимники там в Сочи были, да? В том самом Сочи, который мы знаем как летний курорт. А вот олимпиада 2014 года все подстегнуло. Само собой, Красная Поляна, само собой, трамплин великолепный. Школы появились, и все. И вот, пожалуйста, Валентина Сдержикова у нас только что завершила прыжок. Ну, результат такой, честно говоря, слабенький, давайте прямо говорить. 89 метров на таком трамплине. Конечно, слабовато. Итальянки. Джессика Мальсинер. Но здесь-то молодежь. Здесь молодежь, всего лишь 19 лет. Спортсменки из Италии. Это насколько-то серьезно. Ну и оценки в районе 15. Один судья поставил 16. Тоже об этом говорят. Чехию представляет Индрачкова. Каролина Индрачкова. 11 результат у нее был сегодня с утра, чисто в женских соревнованиях. Так что, в общем-то, это уже такой уровень достаточно серьезный. Вот посмотрим, может быть, будет первый у нас наконец-то. Да, более-менее дальний прыжок.
Уиндрач. Лидеры, вот я уже сказал, Ирина Авакумова, которая, кстати, выходит на старт, друзья. Выходит на старт Ирина Авакумова. Вот вы ее видите на экранах. Но еще раз поздравляем ее с победой, друзья. У нее послезавтра день рождения. Представляете? Ну что может быть лучше, да, подарка, чем победа на гран-при? Ну а сейчас поборется за успех своей команды Ирина. Да, за 120. По-моему, за 120. Ну, не идеальный, конечно, прыжок для нее. 104, 126, конечно. 104 балла. Ну, чуть-чуть меньше, на 5-6 метров меньше того, что она показывала с утра. Делает Ирина Авакумова. Ну, а сейчас, вот, я уже сказал о том, что 10 команд у нас сегодня борются за призы и победу. И вот, как правило, и в стартовых листах в конце, да, сильнейшие стартуют. Вот в нашем случае Россия, только что была Япония, Норвегия и Словения. Вот это японка. Синтетика такая специальная, полимеры применяются. И опять же, хорошо, да, красивые кадры прямо со стартовой позиции. Вот эта река Кама. Вчера мы говорили о географии. Красивый город, красивая природа здесь. Ну что, Штром. Ну да, тоже туда за 120 метров, судя по всему, норвежка. Да, 17 баллов все единодушно за технику исполнения. И, ну, компенсация ветровая совсем маленькая, 2 балла, 2,5. Но это позволяет ей обойти Авакумову. Ну а сейчас, друзья, сейчас спортсменка, которая досрочно уже летний гран-при выиграла в женских прыжках. И посмотрите, по-моему, самый дальний прыжок в женской части соревнований. Стабильно. О, какую. Сегодня она с утра проиграла только Авакумовой второе место, но это с лихвой хватило ежи фавориты. Ну, кто-то скажет, конечно, что да, друзья, что вот нет Германии, нет на нынешнем этапе Австрии. Это, конечно, безусловно, одни из ведущих наций в прыжках. Но на то он и летний гран-при, что частенько такое из года в год повторяется. Некоторые команды хоть и считают, что это очень тоже престижный турнир, но все-таки из-за подготовки к главному зимнему сезону иногда вот так корректируют. Те же австрийцы в первых трех этапах стартовали, а вот в Казахстан, в Россию не приехали. Норвежцы наоборот. Гранерунд не выступал на первых этапах, а приехал сюда. То есть это просто говорит о том, что немножко разные планы. Да? Кто-то говорит, что гран-при очень хорош в том плане, что любой старт лучше тренировки, да, потому что больше информации, больше это. Кто-то говорит, что нет, не надо так много соревноваться, надо поспокойнее подойти к зимнему сезону. Но тут, знаете, разные мнения, и абсолютно понятно, что... Но, тем не менее, несмотря на то, что немцы с австрийцами не приехали, все равно соревнования получились серьезные, соревнования высокого уровня. Ну и одно то, что обладатель Кубка мира, Гранерунд, да, здесь выступает, это уже статус, да, и гран-при придает. Зимнего Кубка мира Гранерунд, а он и летний выигрывает. Он и вчера выиграл на несколько баллов всего лишь. И это была, конечно, очень интересная борьба. Но сейчас мы обоих увидим. Естественно, за свои команды они тоже выступают. Так же, как и Форфанг, так же, как и Ватанабе, так же, как Михаил Назаров, которого можно сказать, ну, на данный момент, наверное, номер два у нас в нашей команде, да, Климов, Назаров.
Команда Китая. Следующая у нас. Ну, как-то да. Не очень уверенно, да? Да, надо прибавлять, конечно, перед... Прибавлять перед домашней Олимпиадой китайцам. У Казахстана команда тоже крепенькая. Ну, ребята, наверное, посильнее, чем девчонки. Но так вместе взятые могут чем-то и удивить. Давайте посмотрим сейчас. Забиржан Муминов, да, по-моему, это он. Ну что, неплохо. По крайней мере, на фоне прыжка Китая. Тоже ведь молодцы в этом плане, в плане развития. Вот говорил, что у нас и в России много сейчас уделяется внимания развитию. Новые центры, новые трамплины. Да и в других зимних видах спорта все достаточно так хорошо идет. Но вот предыдущий этап, который был в Казахстане, ведь тоже мы с вами убедились. Да, в Щучинске. Раньше мы понятия не имели, что за город, что. А теперь видели и знаем, какой там новый трамплин вообще шикарный сделали и провели. Вот Гран-при. Франческо Чекон. Стогули. Мир Козычек представляет, естественно, команду Чехии. Вчера в личных соревнованиях что-то вот чувствовалось, потенциал у парня, но вот как-то то ли не чувствовал трамплин, то ли ветерок, который вчера был во время стартов, был для него такой не очень комфортный. Слишком осторожное такое исполнение прыжка. Но это позволяет ему по баллам ведь на первое место, друзья. Но это понятно, что временное первое место, потому что, смотрите, Россия, Япония, Норвегия, Словения подряд. И здесь, конечно, мы ожидаем более высоких результатов. Россию представляет Михаил Назаров. Один из самых опытных тоже. Хотя у Назарова, по-моему, 27. Прекрасный возраст. Да. Это получше, чем все предыдущие. В мужской части давайте смотреть. Выводит Россию временно пока на первое место. Ну а сейчас главные конкуренты для команды России. Япония, Норвегия, Словения. Ватанабе, Рикута Ватанабе. Знакомая в прыжковом мире фамилия. Именно фамилия, друзья, потому что там и братья, и, по-моему, даже сестра прыгает. ...89 на скорость на разгоне. И, ну, вы знаете, не очень чисто визуально мне понравился его прыжок. Да, третий результат. Да еще и отодвинут. Ну а сейчас Форфан, друзья. И этим, наверное, много сказано. Йохан Андре Форфан, который вчера чуть-чуть не побил рекорд трамплина. Помните его второй прыжок? 145 метров. И опять он летит туда, друзья. Да что же творит Форфан? Это фантастика. Опять под рекорд трамплина. Куда-то туда. Вот туда на рекорд. Там уже выполаживается склон. Видите, прижимало, как его трудно было приземляться. Ну и сумасшедший, конечно, сразу баллы. Фантастика. Ловрукос, молодой словенец,
Но словенцы приехали сюда не в сильнейшем составе, хотя у них, знаете, у словенцев-то там на два состава хороших прыгунов. Очень сильная такая большая команда, что там говорить. 124, это коротенькая мужская часть. Итак, предварительно Норвегия первая, ну понятно, с таким... Возвращаемся в Чайковский и продолжаем нашу прямую трансляцию. Продолжается у нас первая попытка. Напоминаю, друзья, это летний гран-при. Это командные соревнования, причем смешанные команды. И вот за команду Китая, вот только что, видите, исполнила прыжок Кинги Пэнг. Кинги Пэнг. Немножко неловкие движения. Пэнг... При таком исполнении, конечно, на длину трудно рассчитывать, друзья. Но, с другой стороны, представляете, ей 16 лет. Вот верьте, не верьте, Кинги Пэнг. Но в 16 лет и дебют у нее тут, в общем-то, в таком виде. Так что для дебюта, может быть, и не худший вариант, да? Но за Казахстан Вероника Шишкина, представляющая Алма-Ату. Или Алматы, наверное, да, более правильно говорить сейчас, да? Ну, Мальсинер. Ну, вот тут уже, наверное, должно быть более так качественно. Вот Лара Мальсинер. Да, но здесь, конечно, вот на этом гран-при итальянцам до призов не добраться. Но вообще этот год, друзья, согласитесь, для итальянцев, где они только не побеждают. Если даже вспомнить Олимпиаду, прошедшую недавно в Токио, да, летнюю, там такие результаты неожиданно выигрывали итальянцы. Один бег мешки надо подтягивать итальянцев, чем они, в общем-то, и более-менее успешно занимаются. 15 баллов, ну, видите, техника исполнения пока требует, конечно, большой еще работы. Клара Ульрихова. 15-й результат сегодня у нее был с утра на женском этапе. Вчера 14-й. Ну вот видите уровень, да? По гран-при вообще так в районе 12-15 мест. Как правило, прыгает она. Ну, с другой стороны, свой вклад в результат команды. Ну, а вот и россиянка. Авакумову мы уже видели. И вот вторая наша участница в сегодняшней команде с женской половины. Это Софья Тихонова. Ну, вот она-то по сравнению с китаянкой, итальянкой, она, конечно, более опытная, более уже такая сложившаяся спортсменка. Кстати, у нас девушки, они как-то вот все представляют «Динамо», да? Общество «Динамо» и Авакумова, и вот Тихонова. Только с той разницей, что Авакумова из Московской области, а вот Санкт-Петербург. Представляет Тихонова, браво! Молодец! Протянула-то как она качественно, а? Очень хороший прыжочек. Конечно, очень симпатично. Так, 134 метра, друзья! Хо-хо! И оценочки по 18 баллов. Молодец. Мияджима. Ринго Мияджима. Из Хакубы. Знаменитый тоже спортивный центр в Японии. Хакуба. Ну, не как, конечно, Тихонова, но где-то тоже... Да, 125. Нет. Ну, вы знаете, с приземлением всегда, в общем, на летних соревнованиях, на искусственном покрытии, это так, силу ветра. Но это только надо быть профессионалом, чтобы знать, вот, на сколько градусов веточка, ленточка отклоняется, и определять силу ветра. Но поменьше, вот, судя по тому, что мы видели вчера, по-моему, ветер поменьше.
хорошо, хорошо тянула. Ну, вот видите, немножко ее сносило на правую сторону, если сверху смотреть. Это обычно. Ну, выводит, выводит по сумме. По сумме она выводит Норвегию на первое место. Я напоминаю, что это уже третий, да? Третий прыжок за команду, если считать. У норвежцев. Вот мы даже можем сравнивать, друзья. Вчера, сегодня с утра у нее было два прыжка, 123 и 131. Вот вам потенциально, что может показывать Славенко. Ну, в общем, примерно туда же и опять улетает. Молодец, неплохо. 132,5. Все контролировала Славенко. Все контролировала. Второе место. Ну, смотрите, из тех многих предосторожностей, которые действуют на всех соревнованиях, и у зимников в том числе, и сейчас, и здесь, в прыжках, к сожалению, коронавирусную инфекцию еще никто не отменял, не победил. И приходится, в общем, все требования, рекомендации выполнять. Но спортсмены, они люди-то в основном дисциплинированные, поэтому тут проблем не возникает никаких. И среди участников, насколько мы знаем, вообще открывает румын опять. Даниэль Андрей Катина. Так вот. Такая. Тоже динамовец. Правда, из Бухареста. Но прям динамовцы у нас тут на сегодняшнем этапе. Хорошо представлены. За сборную США Кейзи Ларсон. ...88, ну, неплохая атака со стола, отрыв. Но в остальном, наверное, похвалиться особо нечем. Да, ну мы видим, что и улыбки-то на лице нет, да, у представителя США. Пока идет все так, мягко говоря, средненько. Казахстан представляет Данил Васильев. Данил Васильев. Тоже молодое, новое пополнение команды Казахстана. 17 лет этому парню. Ну, давайте посмотрим, готов ли он уже и на Олимпиаду замахнуться. Ну, в смысле выступления на Олимпиаде, друзья. Конечно же, о медалях. Слишком фантастичный, очень тоже приличный паренек. Но это как бы работа уже так на будущее. Ну, недалекое, конечно, будущее. Но годика через 2-3 эти ребята вполне. Джованни Бризадола из команды Италии. Напомню, итальянцы пока на далекой 9-й позиции. Нет, не получился. Вот это тот самый случай, когда вообще ничего не получилось. Начиная с отрыва и... Да. 106 метров. Худший результат. Вот Джованни. Виктор Поласик из клуба «Дукла», из Нове Место, тоже прекрасно знакомый нам, в том числе биатлонный центр Нове Место. Вообще в Чехии, да, страна небольшая, но столько, в общем-то, они уже вложили, да, и в развитие, и во многих зимних видах тоже серьезно подтягиваются. Ну, не новичок уже, 24 года. По Ласику. И вчера у него, кстати, один из прыжков был такой очень приличный. Так, вот по уровню сейчас прыжков чехи с румынами борются. Хотя нет, вот за счет этого прыжка
Выходят они наверх. Ну и Евгений Климов, друзья. Лидер российской команды. Второй призер вчерашнего этапа. Здесь, на этом трамплине, Евгений Климов демонстрирует очень хорошую форму. Давайте посмотрим на его прыжок. Ну, по длине, конечно, не то, что могло бы быть, чего бы мы ожидали. Но зато класс, согласитесь, друзья, да? Какие четко. Но вот не удалось далеко улететь. Я напоминаю, вчера 140 метров показал Климов. Ну вот сейчас только что 128 его длина. И Дакито. Самый опытный, пожалуй, из всех участников. 35 лет этому уважаемому атлету. Но вот видите, вот тот случай, когда им опыт, огромный опыт не помог. Дакито начнет уж очень много проигрывать, в том числе и российской команде. Да, представляете, уже чуть ли не до 90 баллов доходит отрыв россиян от японцев. Ну и Гранерунд, друзья. Хальвар Эгнер Гранерунд. Лидер гран-при. Ну а что, друзья, три старта в гран-при, три победы. Все очень, да, ясно и понятно по этому норвежцу. И опять подтверждение, и опять подтверждение класса под 140 метров. Да, так и я рассчитываю, как тут, как тренировку, хорошую тренировку, вот эти старты на гран-при летнем, но в то же время, Так, пошел. Пошел Префц. Хорошо, хорошо тянет. Очень симпатичный. Конечно, мне кажется, по дальности чуть-чуть он норвежцу проиграет, но по классу исполнения тоже здорово. Да, 130, когда нам приземление показали. Да, 9 компенсаций за ветер. И второе место у Словении благодаря усилиям, в том числе и Префца, друзья. Ну вот у нас завершилась первая попытка. Сейчас выведем на экран результаты. Итак, Норвегия, Словения, Россия. Тут ничего не меняется. Япония, как я уже сказал, отстает все больше. И причем чехи уже настигают японцев. Посмотрите. Ну, далее Италия, Румыния. И на последнем месте Казахстан на данный момент. Ну что же, первая часть нашей трансляции, первая попытка, естественно, завершилась. Сделаем небольшую проблему. Ну, посмотрите еще раз на составы команд, которые сегодня выступают. Все это нам уже известно и понятно. Еще раз просто напоминаю, что вы видите 8 команд. Да? Начинало соревнование у нас 10 сборных, 2 не прошли во вторую попытку. Сейчас 8 команд уже окончательно разыграют все места. Так, что у нас? Опустили сильно, да? Да, опускают у нас, опустили серьезно эту стартовые ворота. Ну и начинает, который четко и измеряет силу ветра, но вот как-то не сложилось с этим делом. Ну, смотрите, какая разница, да? Вот девушки прыгали на отрыве со скоростью 92, а вот первый из ребят всего 87 километров в час. Ну, очень серьезно опустили стартовые... Завершает в свою очередь соревнования Дин Деккер. Ну а за Румынию Андрей Фельдориан.
Да. Ну, обходят румыны, обходят сборную США. Вот после прыжка Фандория. И следующий у нас представитель Италии. Франческо Чекон, у которого первая попытка, ну, прямо скажем, не заладилась совсем. Нет, как ни странно, сейчас еще хуже, да? Франческо Чекон. Лянец, да? Сегодня. Ведь я уже рассказывал, что, в общем, в летнем гран-при, давайте говорить честно, у нас, в общем-то, многие спортсмены не участвуют, я имею в виду достаточно сильных, конечно, или не участвуют, или участвуют, в общем, эпизодично. Есть такое, в общем-то, надо это справедливо отмечать. Так, команда Чехии. Следующий у нас. Честимир Козачек. Это он должен быть. Ну, тоже более-менее скромно тогда. Козычек. Интересная, да, ситуация, друзья? Вот что значит очень серьезный разгон сократили. У нас сейчас мужчины прыгают намного по длине, короче, чем только что сильные девушки прыгали, да? Ну, надо, так сказать, поддержать честь. Вот она бы, ну, тоже длина будет небольшая. Рикута Ватанабе. Стабильно, но слабо, да? Можно так тоже, наверное, говорить. 114 на первой попытке, 115 на второй. А вот Назаров, он должен быть, конечно, посильнее. Давайте посмотрим, как он справится вот с этим укороченным разгоном. У него-то 128 все-таки на первой попытке. Да, подальше, но не блестяще тоже. Влияет, конечно, эти факторы. Да, 119. Посмотрите, по сравнению с первой-то попыткой и оценочки на Олимпиаду. Лаврокос ждет добро тоже на старт. И... Да, не удаются прыжки практически всем. Не знаю, с каким вот смыслом вот так был сокращен. Смотрите, даже словенец всего лишь 113 метров показывает. Это, конечно, слабый результат. Но зато сократился разрыв. 16 баллов теперь между Словенией и Россией. И у россиян... Еще есть шансы за второе место побороться. Третье они себе практически обеспечили. Но у норвежцев-то, посмотрите, какие люди, да? Форфанг. В запасе там еще и Гранерунд, главное оружие. Хотя и Форфанг может улететь очень далеко. Он уже это демонстрировал вчера. Да, пожалуйста, вот что значит мастерство, да, вот мы как бы тут подчеркивали по всем участникам мужской части, что их этот разгон смутил, а вот Форфанга нет. 130. Ну не будем, у нас осталось-то всего, сколько, 8, 16 участников, 8 в данном случае, 8 номер в женской группе, ну а американцы на пока последней, 8 позиции. Значит, им и начинать. Анника Белшоу.
Ну, вот видите, у нее первая попытка была провалена. Может, исправиться сейчас. Но никому, сами понимаете, на последнем месте не хочется быть, да? Как-то вот некомфортно на последнем месте. Нет, не готова Аника. И я не знаю вообще, какая тут будет длина. Даже трудно. Ну ладно, сделаем скидку на неопытность, на молодость. 19 лет Анике Белшоу. За Румынию Даниэла Хараламби. Сорвала, конечно, вторую фазу полета, согласитесь, да? Уход был со стола, в общем, такой симпатичный, и то, и другой. Лара Мальсинер. Южный Тироль. Ну, понятно, да, у нее на каске, вот, как бы, может быть, и персональный спонсор в том числе, но и с другой стороны, нам понятно, что... Ну, большинство вообще спортсменов зимних видов спорта, очень большая часть в итальянских командах, это из Южного Тироля, вы знаете, такая концентрация в Трентино и в Южном Тироле. Главные итальянские вот эти кузницы зимних видов. Смело так выдвигается на стартовую позицию Клара Ульрихова. -92. Так, а у нас не было объявления. Давайте посмотрим. А там у нас... Не подняли ли опять? Да, друзья, для женщин-то подняли опять. Почему-то довольны, посмотрите. Чехи довольны. Да, 120 метров. 120 метров для Клары Ульриховой действительно. И неплохой результат. Чем ответит японка Ринго Мияджима? Ну, чуть, наверное, подальше. Хотя у нее на первой-то попытке было приличных 125 метров. Ну и россиянка. Наконец-то. Софья Тихонова. Посмотрите на ее результат у вас на экранах. На первой попытке ни много ни мало 134 метра. Один из лучших сегодня результатов она отмерила. Ну что, на второй попытке пожелаем удачи представительнице Санкт-Петербурга. Да. Не так успешно, как во время первого прыжка. Да, 119. Да, вот видите оценки. Компенсация ветровая всего лишь 4. Мы выйдем плюс 4. Ну и, вы знаете, наверное, вот решающая борьба за победу, хотя нам уже многое ясно между Словенией и Норвегией. Давайте посмотрим, будут ли здесь какие-то изменения. Но Славенка Клинец, а? Эмма Клинец
Неплохой, да, 126,5 показывает, неплохой. Потому что 126 норвежки тоже вполне по силам. Да, привет передает в камеру своим. Вот она, Силья Опсет. Красиво летит. Да, друзья, ну вот, видите, не делает вообще никаких ошибок норвежская команда. Такой уверенной поступью все причем, да, и две же. Да, 120. Какая похвальная стабильность. 128, 128. Без компенсации. И вот такой, видите. Ну, сейчас, знаете, завершает соревнование и, наверное... Не думаю, что кто-то будет так особо тут затягивать. Хотя ветерочек чувствительный, это надо признать. Порывы есть. Но есть компенсация на ветер. Так что в этом плане все достаточно справедливо. Ну что, Кэзи Ларсон? Улучшит или нет? Да, стабильность. Ну вот я только что вам рассказывал, да, вот какая стабильность у норвежки Силли Опсет. И вот здесь тоже стабильность, но гораздо на более слабом уровне у американца. Чем ответит Румыния? Даниэль Андрей Катина. Да, какая-то немножко даже загадка. Вроде бы все правильно делал, да? И уходил со стола, и положил. Но все-таки обходит за счет такого не самого лучшего прыжка, но тем не менее Румыния все-таки обходит Соединенные Штаты. А итальянцы должны обе эти команды обойти. Ну, если уж, ну, вот посмотрите, да, специальный полив тут, ну, это абсолютно понятно, почему и зачем. Всегда скольжение с водичкой гораздо лучше. Сейчас, когда баллы покажут нам. Да, обошли итальянцы и румыны, и американцев. Но для них, я, наверное, это максимальный результат, то, что можно было сделать. Дальше уже Чехия, Япония. Это уже, конечно, итальянцам не по силам. Ну, по крайней мере, здесь, на этом гран-при. А Чехия соревнуется на данный момент... С Японией. Вот здесь тоже такая парочка в борьбе за четвертое место образовалась. У них практически одинаковые результаты. Вот сейчас многое зависит. Все-таки четвертое или пятое место. Да, сам-то недоволен, мы видим, да, по реакции недоволен. Да, Поласек уходит совсем расстроенный, мы видим, да, по... Да, Киито занимает все-таки позицию. Ну, понятно, 35 лет этому невидающему ветерану из японской команды. Ну и так, более-менее симпатичный, да, прыжочек. Конечно, до рекордных далековато. Да, 725 баллов в итоге набирает команда Японии. Решили изменить опять стартовую позицию. Опускают или поднимают? Опускают, наверное, да? Нет, поднимают. Да, опускают, конечно, опускают. Но не хотят, чтобы рекорды были. Опускают стартовую позицию. Я напомню, что рекорд трамплина
в Чайковском. 146 метров, и этот рекорд принадлежит Евгению Климову. Он был установлен 3 года назад, в 2018 году. Ну, а вот норвежец Форфанг умудрился вчера улететь на 145. Чуть-чуть до рекорда. Посмотрим, давайте. Евгений Климов. Евгений Климов. Представляющий. Он-то, кстати, дома стартует. Пермский спортсмен, поэтому... Хорошего мастера, конечно, Евгений. Поздравляем с хорошими выступлениями у себя дома, в Чайковском. И удачи, конечно. Ну, наверное, все-таки я поправлюсь, друзья. Он уроженец-то Перми, но представляет Москву сейчас. Так, чтобы не было ни у кого обид, Евгений Климов. Пожелаем удачи на Кубке мира и на Олимпиаде, конечно же. Ну, а Превц всем отвечает. А Превц неплохой тоже прыжок делает. Ну что, наверное, да, подальше Климова. У Климова было 124,5. Да, 124. Да. Ну, первое место вот это на экране нас не смущает, потому что... Вот кто будет первым. Вот кто будет первым. Команда Норвегии во главе с Гранерундом, который в этом 21-м году выступает. Ну, просто выше похвал каких-либо. Да, сами посмотрите, друзья. Опять прекрасный полет. Посмотрите, да? Гранерунд. Победа в Кубке мира зимой. Вот она, норвежская команда. Опять 133 метра у Гранерунда. И по команде уверенное первое место. Видите, сумма 955 баллов. Прекрасный показатель. С отрывом победили норвежцы. Словения вторая. Ну и Россия третья. Достойное третье место на домашнем этапе гран-при у спортсменов Российской Федерации. Хорошее настроение. Вот, вот окончательные результаты. Японцы, как мы видели, четвертыми остались, чехи на пятом месте. Ну а команда США замкнула наш протокол сегодняшний.